И всем привет, с вами Ростиксон, и сегодня будет вторая часть видео, как связываться с техподдержкой биржи Gate.io. Если в прошлой части я рассказал о том, как, в общем-то, это все делать, ну, в общем, по инструкции от начала до конца, то в этом видео я расскажу именно свои советы, как это я делаю, и что нужно делать, чтобы не связываться с поддержкой Gate.io, и чтобы у вас всегда было все хорошо, и никаких вопросов не возникало. А пока что переходите в мой телеграм-канал, где я рассказываю, что думаю, что покупаю. Например, там я говорил то, что продал более 90% крипты при битке 60 тысяч баксов. А также сейчас там рассказал, по какой цене буду покупать биток. И еще там много всего очень интересного. Например, участвовали в 100% аирдропе за свапе. В общем, приходите по ссылке в описании. А также, если вы еще не зарегистрированы на бирже Gate.io, то в описании будет ссылочка, если по ней зарегистрируетесь, то будет вечная и максимальная скидка на торговые комиссии и еще там пару интересных бонусов, так что регистрируйтесь. Так, если в прошлом видео я рассказал, ну, как, в общем-то, задавать вопросы, как это происходит, как нужно делать, в этом же видео я хочу затронуть не менее важный вопрос, а именно, как не задавать вопросы. То есть я затрону ту тему, как найти ответ на вопрос самому, и это будет гораздо быстрее, как мне кажется, чем стоять в очереди, а потом получить короткий и простой ответ. А также я расскажу о том, как не совершать простейших ошибок, которые часто мы совершаем из-за невнимательности или чего-то другого. В общем, смотрим, будет очень интересно. Ну и давайте начнем с самого простого. То есть, например, у меня есть какой-то вопрос, мне интересно, что такое HODL and EARN, или я что-то увидел, как-то туда закинул деньги, и теперь не понимаю, как их оттуда вытащить. Ну или наоборот, как закинуть туда деньги. Тогда я что делаю? Я беру YouTube и ввожу туда свой вопрос или Google. Обычно я так нахожу 90% ответов на свои вопросы. Например, кстати, у меня есть плейлист, где более 18 видео биржа Gate.io, так что я думаю, там вы найдете много ответов на ваши вопросы. Но, допустим, в YouTube или в Google вы не нашли ответ на свой вопрос, например, как же взять деньги из HODL and EARN на бирже Gate.io. Тогда вы ищите телеграм-канал биржи Gate.io, ссылочка будет в описании, и заходите и спрашиваете у админа или просто у дружелюбных людей в чате, как и что сделать, и скорее всего вам ответят на этот вопрос. И все, вы получили ответ на ваш вопрос, что деньги легко вывести, просто переводите там с одного аккаунта на другой, и в общем-то вас вопрос решен. То есть я всегда советую искать информацию самому, ну потому что, во-первых, представьте, ну сколько это забить в гугле, это минуты, посмотреть информацию, 5 минут, итого мы потратили, ну максимум 10 минут на решение своего какого-то вопроса. А если бы мы обращались в поддержку, то это явно было бы дольше. А дальше уже некоторые в техподдержку пишут из-за своих ошибок. Ну, например, вы хотели закинуть USDT и скопировали, например, какой-то другой адрес. То есть вообще не USDT, а другой монеты. А отправили туда USDT. Да, техническая поддержка вам что-либо ответит, но... Кто в этом виноват? Все. Вы виноваты, то что вы неправильно скопировали адрес. И так во многом. Вы могли что-то не прочитать, что-то не узнать. Поэтому всегда нужно быть внимательными, аккуратными и перепроверять много раз то, что вы делаете. Потому что, ну, вы работаете деньгами, вы, во-первых, можете потерять свои деньги. Техническая поддержка – это отличный инструмент на бирже Gate.io. Но, как вы понимаете, его нужно использовать только в те моменты, когда он действительно нужен. Если вы прогуглили в интернете, посмотрели видео на YouTube и поняли, ну, не решается ваш вопрос, вы не понимаете, что происходит, и ваша проблема не решена. Вы спросили у админов, просто у знакомых, кто, друзей, кто торгует на бирже, к примеру, в чате у админа, и вам сказали, да, тут вопрос сложный, нужно написать в техподдержку. И только тогда, я считаю, нужно писать в техническую поддержку. А сейчас я расскажу, как я, к примеру, это делаю, еще о некоторых лайфхаках, о которых не говорил в прошлом видео. Ну, например, один из самых лучших вариантов – это онлайн-чат. Функция онлайн-чата Gate.io позволяет вам поговорить с одним из сотрудников службы технической поддержки в режиме реального времени и получить гибкие ответы на свои вопросы. А, кстати, и напомню, несмотря что сотрудник технической поддержки очень грамотные люди, но они не являются финансовыми аналитиками, и поэтому они не смогут сказать,
какие сделки открывать и когда, и в общем, какие монеты покупать. То есть всегда вы совершаете свои действия сами, и вы будете ответственны за ваши действия. Или бывает, в техническую поддержку пишут, потому что, скажем, монета не зачисляется 5 минут, а там в условиях написано то, что может и до часа она зачисляться. Так что надо всегда внимательно изучать перед тем, как вы задаете вопрос, как я уже говорил, и правильно искать ответы на вопросы в интернете или в других иных источниках. Кстати, переходите по ссылке в описании в чат Gate.io. И вот что мне еще более интересно, вы можете отправить свой вопрос на электронный адрес support@mail.gate.io. И вы получите ответ в течение одного рабочего дня или меньше. Или вы можете просто заполнить контактную форму на https://support.gate.io. В общем, ссылки будут в описании. Вот примерно так. Приходите по ссылке в описании, приходите в мой телеграм-канал, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. И удачи! Потому что удача очень важна в криптовалюте. И всегда будьте аккуратны во всем, не только в криптовалюте.